Власти Венеции ограничат число туристов в городе. На улицах Венеции установили турникеты, с помощью которых городские власти смогут ограничить количество туристов в том или ином районе. На улицах итальянского города Венеция в субботу, 28 апреля, установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов, сообщает La Repubblica. Через турникеты у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия может пройти ограниченное число туристов, после чего проход будет доступен только для местных жителей. Эти меры приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по всему городу, говорится в сообщении. Рядом с турникетами дежурят полицейские. Они следят за передвижениями туристов, чтобы в случае нарушений закрыть проход. Ранее власти Венеции приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день. Пара из Франции угнала гондолу в Венеции. Напомним, в феврале в Венеции пересохли некоторые каналы. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.